Ребята, короче, лохнут. Смотрите, какой крупный лещ. Где-то грамм. Ну, килошник, да, где-то кило 200, наверное. Он тяжелый такой. Огромный. Белый, кстати, друзья, лещ, если что. А то у нас есть черный лещ, запрещенный лещ. Да, это классно. Вот это хороший улов. Ух! Желтоперый, краснобритый. Жерик монгольский, краснопёр. Что там у нас крупняк-то где? Все? Давай большой. Это кабаны. Краснопёра. Забираем разочек. Так, ну что, друзья, вот наш улов. Два нормальных сазанчика. Один небольшой, лечит все остальное. Улетело. Так что, ну, копейка пришел покушать. А так сазаны такие хорошие, прям вообще. Добрые, классные. Встречают. Все, друзья. Все, друзья, короче, заканчивается рыбалка. Кому интересно, подписывайтесь. Кому не интересно, проходите мимо. Мы пошли рыбу готовить, короче. Все. Наступает скоро лето. Будем рыбачить все на этой осенью. Всем удачи, здоровья, ешьте рыбу.